Никита Маликов, я архитектор, а это Тверь Тим. Вы с архитектурой сталкиваетесь чаще, чем дышите. Стопудово, мы одна из самых дефицитных профессий. Мозг работает по-другому и не дает организму очень стареть быстро. Но я не могу оценить то, что я делал для большого количества людей. Они должны это оценивать. Если большинству нравится хорошо, значит, у меня как бы лайков много.